Ну что, друзья, квартиру убрала. Сейчас настало время навести макияж, потому что мне сегодня вечером на работу. А это моя большая косметичка. Сейчас вам покажу ее поближе. Вот так выглядит моя косметичка. Когда я беру этот чемоданчик, чтобы сделать себе макияж, мой муж всегда надо мной смеется. Ну, здесь у меня и новое есть, то, что чем ни разу еще пока не пользовалась. И то, что чем я пользуюсь вообще мало чем здесь, да, вот для повседневного макияжа. Ну, храню просто все в одном месте. Все кисти мои здесь, вся косметика моя здесь. Там еще подмолния есть в заначке, еще новая совсем косметика. Туда, если там что-то у меня там есть, короче, да, по-моему. Так. А, нет, по-моему, не здесь, а вот здесь еще есть, да, вот здесь что-то у меня есть. Сейчас посмотрим. Что у меня еще здесь? Так. Да, там тоже что-то вот лежит у меня новенькое совсем, чем я еще не пользовалась. Тут еще, кстати, можешь что-то сложить. В общем, чемоданчик такой очень удобный. Но зато вся косметика в одном месте. А то, если у меня будет в разных местах, я уже не буду знать, что у меня есть. А так все кисточки, все. Кисточки я периодически мою. Где-то так примерно раз в месяц я их мою примерно кисти, чтобы они были более-менее чистые всегда. Ну, вот такая косметичка у Руты. Я когда дома крашусь, муж когда видит, когда несет этот чемоданчик, он всегда говорит, знаете, что у меня есть? Я, говорит, макладицу, говорит, подарю, чтобы быстрее красилась бы. А то зачем тебе так много кистей? Одна, говорит, намазалась, и все, макияж, говорит, готов. Все равно за мной, короче, издевается. Все, ладно, приступай к макияжу, хочу быть красивой. Сейчас я наношу базу. Все это я покупала на Алиэкспресс. Все кисти и многую косметику я покупала на Алиэкспресс, но что-то я покупала и у нас в городе. На базу я сразу наношу пудру. Тональный крем не наношу, потому что база у меня прозрачная, меня вполне устраивает все. Сейчас я наношу румяны. Я нанесла на верхнее веко тени, такие примерно бежевого цвета, и кисточкой, тенями черными делаю стрелки. Я всегда черные стрелки делаю именно тенями. Сейчас темно-коричневыми тенями крашу внешний уголок глаза. Друзья, я не бьюти-блогер, поэтому я просто так любительски вам показываю, как я наношу каждый день себе макияж. Сейчас я делаю растушевку и немножко как бы растягиваю глаз. Ну а сейчас я крашу свои ресницы. Ну и последний штрих – это губы.
что, дорогие друзья, марафет навела. Сейчас пойду переоденусь, и мы с вами продолжим влог. И я вам хочу, друзья, кое-что показать. Хочу вам показать свою домашнюю бухгалтерию. Я немножко ошиблась, когда говорила, что в прошлом месяце у нас было за квартиру счет 230 евро. Нет, 216 был счет. Вот эта квартира. Вот свет 94,82. Это у нас два телефона 35,90. И это сейчас по акции пока 12,95 интернет. Но это на полгода по акции, потому что я перезаключила по новый договор с ними. Они мне полгода сделали скидку. Ну а потом будет 19,50. Вот, может быть, в следующем месяце или через месяц уже будет 19,50. Поэтому это цена со скидкой. Ну вот, а в этом и общая сумма в прошлом месяце у нас была 360 евро 19 центов. Ну вот, и теперь за это в феврале я оплатила то 6 счета, да? Вот за квартиру 195,49. Разница небольшая в отоплении, потому что теплая, ну, не было сильных морозов, поэтому такая 195. Ну, в принципе, если сравнить с другими годами, это очень дорого. У нас дешевле всегда было. У нас дороже 170 евро никогда не было. Это даже когда сильные морозы были, у нас было самое большое 170 евро при сильных морозах. Здесь температура нулевая, можно сказать, да, и вот такая сумма за квартиру. Свет 54,32. Я вам говорила, что 18 евро нам сделали скидку. Да, ну и плюс еще на бирже был дешевле свет. Я пользуюсь биржевыми ценами. И был дешевле. И в этом сейчас еще смотрю меньше цены на свет. В следующем месяце должно быть еще меньше сумма. Ну, посмотрим. Опять два телефона 36-29. Это включая безлимитный интернет. С марта месяца у нас уже будет два телефона стоить 40 евро. Дорожает. Нам уже сказали. Даже 42, по-моему, где-то будет у меня. Ну вот. И тоже еще пока вот по акции 12,95 интернет. И общая сумма у нас получилась 299,05. Да, в прошлом месяце было 360,19, в этом месяце 299,05. На 60 евро в этом месяце мы заплатили дешевле, получается. Вот такие у меня счета. Кстати, у меня вот бумажка есть, вот 2020 год, не 21, а 20. И вот давайте за февраль посмотрим сумму. Вот сравним, да, с квартирой. Январь и февраль. Смотрите, январь 154 квартира, февраль 164 в этом году, январь 216, февраль 195. Вот даже, знаете, как, да, даже дальше так вот я положу, чтобы было бы лучше, наверное, видно. Вот, да, январь, здесь январь 216, да, здесь январь 154, здесь февраль 164, здесь февраль 195. Свет, давайте, здесь 51 свет, январь, и 44. Здесь у нас свет 94 и 54. Да, это уже по-дорогому. Вот так вот можно сравнить. Дальше, здесь у нас интернет, то, что я говорила, да, Балтиком 12,95 вот у нас будет стоить. Где-то с Балтиком, вот. 19, так, я запуталась, короче, через телефон смотрю, 19,95, а здесь 12,95, это вот со скидкой, без скидки будет такая вот у нас цена. И два телефона, здесь у нас, сейчас я так вот поставлю, чтобы вот так совпадало, вот, 20,95, 18,98, два телефона, здесь у нас 35,90, ну, потому что здесь безлимитный интернет, а тут был с лимитом. Но нам вполне его хватало. Здесь у нас было 5 гигабайт, по-моему, нам давали. Нет, 50 гигабайтов интернета, по-моему, нам здесь давали. Нам вполне хватало. Мы его даже весь не расходовали. Но здесь у нас безлимитный. Но здесь будет еще, я говорю, с марта будет цифра стоять 42 евро. Будет стоять с марта. Вот такие вот суммы, да. И вот здесь за январь общая 246,21. За февраль 247,39. Здесь за январь 360. Видите, насколько сумма, да, сразу? 246. Вот январь. Здесь январь 360. Насколько? Ой, больше, чем на 100 евро выросла сумма. Здесь февраль 247. Здесь февраль 299. Вот такая вот разница, ребята.
Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Сейчас оплачивала счета. Я всегда записываю все время на листочек и думаю, о, почему бы вам не показать, сколько и за что я плачу. И заодно сравнить, нашла листочек 2020 года, и заодно сравнить и показать вам. И как вы видите, в 2020 году платили мы меньше, хотя и зимы были там такие, тоже были температуры очень низкие, холодные были зимы. Но вот зима была холодная в 2020 году. И сейчас вот в феврале месяце мы платили за январь, да, и температура такая была, ну, в пределах нуля. И платим мы как бы дороже платим. Если бы температура была бы минус 15, то зарплата у меня была бы дороже. Но так как температура всё нулевая была, ну, то, что имеем, то имеем. Вот такие суммы мы оплачиваем, ну, все вместе, телефон, интернет. Как я сказала, интернет сейчас у меня пока со скидки полгода мне, потому что я перезаключила с ними договор на 2 года. Я каждые 2 года перезаключаю договор, и они первые полгода делают скидку. Ну вот, а уже, не знаю, сколько у меня еще осталось по скидке, месяц-два, потом уже будет 19,95. Это интернет и телевидение, да, вот 2 телефона, электричество и квартплата. Вот это наши суммы, которые мы оплачиваем ежемесячно. Ну, уже, наверное, весна, скорее бы уже закончилось это отопление, чтобы мы немножечко вздохнули, немножко. И уже я смотрю, я уже говорила, что электричество я пользуюсь по биржевым ценам, и я смотрю, уже на бирже цены падают на электричество. Мне хотелось сначала заключить фиксированный договор у другой компании, не Латэнерго, а думала, этот Энефикт еще у нас есть, да, компания. Но самая дешевая цена у них сейчас 16,5 евроцента, да. Ну вот, а на бирже сейчас цены ниже, чем 16,5, поэтому я сейчас не перезаключаю, ни с кем ничего не заключаю. Жду, когда вообще цены нормализуются, может быть, тогда во избежание опять скачка цен, может быть, с кем-то заключен договор. Но пока все-таки я выжидаю. Муж пришел из магазина и что-то купил. Сейчас посмотрим, что он купил. Забежал в Литл, сейчас покажу, что он купил. Мандарины за килограмм, €89. Свинина, шейка, вот эта упаковочка, 560 граммов, 3,09. Орешки, 200 граммов пачка, 2,29. Две пачки взяли без акции. Без акции дорого получается. Килограмм йогурта 2,29. Пиво Аргус 79 центов. Таких две булочки чайных по 9 центов. Конфеты Коровка €49. Здесь 300 граммов. И сырочки по 19 центов, которые мне очень нравятся, вы знаете. И вы просили состав этих сырочков, читала ли я состав. Здесь так мелко написано, сейчас пыталась прочитать состав. И там указано, сразу скажу, пальмовое масло указано, культура кисломолочных бактерий, сыворотка, обезжиренный творог. И там еще много-много чего, ребята, короче, я не знаю. Ну, в общем, пальмовое масло здесь присутствует, если что. Ну, все равно не очень вкусное, мне не нравится. А где сейчас не присутствует пальмовое масло? Оно сейчас везде присутствует. Я не знаю, я, например, пальмовое масло как-то не боюсь. Вот я зашла в интернет, почитала про пальмовое масло. Ученые высказывались, да, как бы оно даже полезное, там, ну, это вот, зайдите просто сами, почитайте, не буду вам все пересказывать, да, для того, там, это, по-моему, улучшает, витамин А хорошо усваивается, что-то еще, ну, короче, там много чего было написано, что оно даже полезное, но главное, чтобы не переборщать, как это с любым продуктом, да, если вы переборщите, там, с выпечкой, еще с чем-то, да, будете поправляться, пальмовое масло, это тоже, как бы, жиры считаются. Ну вот, и главное еще правильно его обрабатывать, да, потому что если его сильно нагревать, то тоже оно уже превращается не очень полезное. Миф, то, что это, оно вызывает рак, это миф, там еще много мифов было про пальмовое масло. Я не знаю, я его не боюсь, если вот, я сейчас вычитала там, вернее, вот на сырочке, что там есть пальмовое масло, ну и что, ну есть и есть. А где его сейчас нету? А везде оно сейчас есть, так что теперь не кушать, что ли? Так, и по чеку вот эти вот все покупочки обошлись 17,29, ребята. Слушайте, помните раньше на 17 евро, сколько мы много набирали?
А сейчас я вам скажу, очень дорого получается. Все, Lidl подорожал, ребята. Халявы больше нету. Имейте в виду, нету больше халявы. Мы вам показывали, когда Lidl только открылся, мы на 17 евро сколько мы набрали много. А сейчас почти ничего не набрали. Ну, орешки дорогие, да? 2,29, считайте, две упаковочки, получается уже, да, 4,60, можно сказать. Но все равно. Видите, вот это вот все, да? Ну, в общем, имейте в виду, Lidl подорожал, все. Теперь можете заходить в любой магазин. В Риме, в Максиму, в Lidl ценник примерно одинаковый. В Lidl вот этой вот фирмы самые вкусные орешки. В Максиме я покупала орешки, мне не нравятся, они горчат немного. А вот эти вот орешки, они самые вкусные. Они сладкие, они обалденные просто. Я, знаете, вот как люблю? Мне нравится вот конфетку, коровку, в прикуску с этим орешком брать, есть и запивать кофе. Ребята, это очень вкусно. Попробуйте коробку, орешек и с кофе. Очень вкусно. Любой тортик вам заменит. Хочу попробовать мандаринку. Сейчас я ее помою. И посмотрим, такие же они сочные или нет. Так, ну так вроде мягкие. Знаете, кто мандарины выбирает, чтобы были бы мягкие? Это я увидела по телевизору. Один работник рассказывал, когда он работал раньше в супермаркете, он говорил, что надо выбирать мягкие мандарины. Сейчас посмотрим. Ну, вот чищу как-то, но уже не такие, как раньше. И цвет такой, не такой уже. Так, сейчас. Кстати, а мандарины уже не такие хорошие. Хорошо, хоть не кислые, они сладкие, но они уже не такие сочные. Они как бы немножечко, знаете, вот чуть-чуть начинают усыхать. Сок еще, конечно, есть, но уже не такие, когда, помните, их хвалили, когда вообще просто были классные, они такие все были налитые соком. А сейчас они такие, знаете, как вам сказать, ну, усыхают чуть-чуть, но не сухие и сладкие. Сразу чувствуется, что сезон заканчивается. Но, во всяком случае, по-любому, они еще... Что мне нравится, что они не кислые, что в них еще есть сок. Пускай вот не такой, как бы, как раньше, вот кожа прям натянутая такая была, прямо сочная-сочная, но все равно еще как бы сочные. Они такие, как иногда вот купишь или апельсин, или мандарин, и он просто вот сухой. Нет, такого нет, что прям вот просто вот сухой. Ну, пока еще есть можно, но уже чувствуется, сезон заканчивается, мандарин. Хочу зачитать тут пару комментариев. Тут она такие приятные комментарии пишет, что вот, ну, не могу не прочитать. Так. А, сначала про сырочки. Кстати, почему я начала про сырочки говорить, да? Тут Лида Ф. написала, а состав сырочка вы читаете, чьи они? Ну, состав я уже сказала, а чьи? Это литовские. Литовская продукция мне как бы нравится, вкусно. Литовская, эстонская, латвийская продукция мне тоже нравится. Польская бывает хорошая продукция тоже как бы. Так что все нормально. Дальше. Zero Объект. А, это когда я про аквариумы говорила. Он пишет, наоборот, надо говорить цены по поводу аквариумистики, чего сколько стоит. Я ж не помню, чего сколько стоит, я знаю, что это все дорого стоит. Как же ж так, по каждому аквариуму озвучить цену, и сразу люди успокоятся, скажут, нафиг мне это надо. У нас были аквариумы, но мои родичи пофигисты и толком не ухаживали. Нужно реально увлекаться, чтобы было бы все успешно, да. Вообще... Какое бы животное вы ни завели, неважно, это рыбки или это собака, кот, птичка это, неважно. Всегда надо ухаживать за этим животным. Какое бы это ни было животное. И я вот всегда, прежде чем кого-то завести, я всегда представляю, какой бы за ним уход, справлюсь я или не справлюсь. Если я внутренне настроена и понимаю, что я справлюсь, то тогда я завожу это. Я вот, например, чтобы завести собаку, я, ну, готовилась морально, наверное, много-много лет. И когда уже совсем уже созрел, когда уже подросли все дети, тогда уже думаю, ну, уже сын как бы уже съехал. Хотя сын еще был здесь, но он уже почти съехал, можно сказать. Мы с мужем завели собаку, как бы. Веселее, я даже иногда мужу говорю, это, вот скучно же без нее было бы. Так она хотя бы развлекает, смешит нас. Но ко всему надо подходить ответственно.
неважно, хоть какие-то насекомые вы там или что, ко всему надо подходить ответственно, потому что это живые существа. Дальше. Люба Щерпина. Привет из Одессы. Вот сижу, пересматриваю ваше видео. Это видео супер, и вы супер. Спасибо большое, Любочка. Рената. Ну, Ренату я уже помню с основания этого влогового канала. Она всегда мне такие комментарии теплые пишет. Вот, и еще очередной комментарий. Рудочка, вы такая умничка, очень вас люблю и всегда с огромным нетерпением жду ваши видео. А обзоры на технику и как пользоваться всегда нахожу только у вас, что мне нужно, и потом без труда во всем могу разобраться. Очень нравятся ваши уютные влоги, ваши рецепты, продуктовые покупки. Все, спасибо за ваш труд, представляю, сколько сил это отнимает, ну и нам радость-то какая. Спасибо, Ренаточка, большое. Я всегда, я вот не знаю, вот помню по комментариям, потому что когда только этот канал Рута Влог я создала, вы вот тогда уже даже вот, наверное, одна из первых моих подписчиков, мне кажется. Ну, может быть, не совсем первая, но тогда уже я читала ваши эти теплые комментарии. Вообще, думаю, вот какие бывают все-таки люди, вот такие вот прямо, знаете, добрые-добрые. И я уверена, когда они пишут такие комментарии, они в жизни, эти люди, очень добрые. Да вообще, вот все, кто здесь пишет, все, это, вот вообще, слава богу, пока злых комментариев нету. Так что у меня на канале на данный момент пока все люди очень такие добродушные такие, приветливые все. Я рада, что у меня такие все классные подписчики. Сейчас хочу вам показать, как я люблю пить кофе. Я сделала себе кофе с молоком, не капучино, как вы заметили, а просто кофе с молоком и сверху сливки. И вот сочетание конфет коровка и орешков. Вот берете, кусаете коровку, орешек, все вместе так раскусываете и потом кофем запиваете. Очень вкусно, это очень вкусно. Мне скоро на работу идти, есть не хочу, я уже поела до этого уже йогурт. Папа тебе то, что булки тебе купил вкусные с молотилой, короче, с йогуртом, сырочек с молотилой. Поэтому есть, сегодня я без мяса. Я каждый день мясо не ем. Мне мясо где-то надо так, 2-3 раза в неделю. Так что я ела вчера, позавчера ела, сегодня я уже мясо не хочу. Сегодня вот таких вот, на вкусняшках сегодня, в общем. И очень вот люблю, откусаю конфетку. Орешек. Вот раскусываю все это и запиваю кофе. Это очень вкусно. Вкусняшка, ребята. В Lidl вкусные конфеты. Вот эти коробки. Они прям такие настоящие, очень вкусные. И орешки вкусные. Вот. У них пока еще выгодно покупать. Я в Lidl. Ну, Масечка, ты тоже хочешь? Да, я тебе сдавала вкусняшки. На тебе печеньку. В Lidl выгодно покупать вот пока еще вот то, что для чистки унитазов, пенки для ванной. Вот такое пока. Вот шампунин выгодно покупать. Я еще шампунь у них не покупала. Кстати, я купила белорусский шампунь. Вот один раз уже помыла голову им. Ну, нормально моет, дешевый, моет нормально, все хорошо. Вот это пока еще выгодно. Говорят, ой, а еще вот покупала этот смягчитель для белья запахом, ну, типа Ленора, да, это чтобы вкусно пахло белье. Ну, вот, еще пока не пользовалась, тоже недорогое, 2 евро, большая бутылка. В общем, вот эти вот вещи для стирки, хозяйственные вещи пока в Lidl выгоднее покупать. Как будет потом, я не знаю, я боюсь, что у них тоже подорожает все это. Ну, вот, потому что в максимуме в Риме все это дороже. Говорят, что покупали порошки для белья, там или гели, не знаю, что там брали, говорят, что да, хорошо отстирать. Я еще не пробовала. Хочу попробовать тоже что-то купить для белья, постирать. Ну вот. А из того, что вот я брала, вот эта пенка для ванны. Ой, пенка мне вообще понравилась, ребята. Я вам показывала в одном из предыдущих видео. Пенка для ванны.
недорогая, да, большая бутылка, сколько, не помню, я заплатила, по-моему, 2 евро за нее заплатила. Ароматная, да, вот я с хвоей купила, прям вот, во-первых, хорошо пенится. А, во-вторых, знаете, когда ты уже смываешь себя, все по душе, все смываешь, там, ванну сливаешь, эта пенка все равно еще остается в ванной. И ты пытаешься ее слить, убрать эту пенку с помощью душа. А она нет, она не убирается. Эта пенка очень стойкая, очень хорошая, кстати, пенка. И вот этот аромат хвои, он прям по всей ванной так вот прям раздается. Очень такой хороший аромат. Пенка мне очень понравилась. Пенку точно у них буду брать. Для унитазов жидкость это понравилось. Буду у них покупать. У них евро там сколько, 20 с чем-то, по-моему, евро 25 или евро 29. Что-то очень дешево у них стоит. Вот хочу попробовать еще порошки. Если вы брали, кстати, в Lidl порошки, стирали белье. Но я только покупаю не сыпучие эти порошки, а я гелеобразные покупаю, да, для стирки такие вот. Я беру. Если вы пробовали, скажите, как, хорошо отстирывает белье или нет. Буду тоже, в общем, пробовать. Я в прошлом видео, мы с вами вместе наводили уборку. И я вот ставила эту вазочку и говорю, что вот, говорила, что в эту вазочку... Обычно насыпаю орешки, но сегодня орешков у меня нету. Муж увидел это видео, но я его смонтировала, да, просто загрузила на YouTube, но еще не выставляла. Открытый отступ еще не делала. Но вот он увидел это, пошел в магазин, специально сегодня пошел, купил мне орешки. Говорит, как это так, ты, говорит, поставила вазочку на видео пустую, без орешков, говорит, ужас, говорит, просто... Пошел в магазин, купил орешки, купил опять мне конфетки, купил мне йогурт, он знает вот то, что я люблю. Уже есть стандартные вещи, которые я люблю из Lidl. И вот он это самое ходит покупать. Орешки мы теперь берем только в Lidl всегда. Как это так? Пустую вазочку без орешков. Уже не закончились орешки. Пошел сегодня с утра перед работой, купил мне все, принес пакет, а потом пошел на работу. Вот такие героические поступки делают иногда наши мужья. Молечка, мама тебя ничем не угощает, да, зая? Ничем мама тебя не угощает. Ай, ты моя красота. Ты моя красота. Ну, я ж тебе уже давала вкусняшки. Тебе много нельзя вкусняшек, зайчка. Нельзя много. Давайте я просто пойду ужин приготовлю. И ты покушаешь. Хорошо? Пойдем кушать? Кушать пойдем? Кушать! Пойдем кушать! Ай, пойдем кушать! Пойдем! Да, пойдем кушать! Кушать пойдем! Ура! На кого ты там лаешь? Кого ты там лаешь? А, черная собака. Не любит она черных собак больших. Не знаю, вот не любит просто. Моля, тихо, все, успокойся. Не знаю почему, но она черных собак вообще не любит. Как увидит черную собаку, все лает, как ненормальная. Особенно, когда она находится дома, когда она знает, что никто ее за задницу не схватит. Тогда она такая смелая. Молечка, давай покушай, мама там все положила, давай кушать. Давай, зайка. Давай, это твой ужин. Давай, 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 давай. Другого ничего не получишь сегодня. Давай, ешь. Ешь, моя хорошая. Молодец, молодец. У нас вчера, сегодня шел постоянно мокрый снег. Этой зимой у нас очень много осадков, но очень много. И постоянно вот такая вот слякоть на улице. Но хорошо, хоть уже более-менее все растаяло, хоть хотя бы машины уже не буксуют. А то тут так машины буксовали, застревали, их толкали, вообще просто ужас. Ну что, мне осталось почистить зубы и потопаю на работу. И на работе буду монтировать для вас видео. Ну что, дорогие друзья, вот такой влог у нас сегодня с вами получился. И как всегда по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я с вами прощаюсь и увидимся с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания!